Всем привет, с вами Юлия и мой факультет рукоделия. Наверное, каждая мастерица, которая занимается вязанием, мечтает о том, чтобы у нее были самые качественные, удобные и красивые инструменты. Но такие инструменты, продающиеся в розничных магазинах, стоят очень дорого. Поэтому, когда я увидела этот набор спиц от Knit Pro на AliExpress, думала недолго. Мне понравилось в нем все. Яркие красивые инструменты, удобный чехол для хранения и, конечно же, приятная цена. А качество мы сейчас проверим вместе. Давайте скорее откроем посылку. Как видите, все отлично упаковано. Плотная картонная коробка и несколько слоев воздушно-пузырчатой пленки. Благодаря такой упаковке покупка приехала ко мне в целости и сохранности. Вы только посмотрите, какая красота! Тканевый чехол очень приятный на ощупь, напоминает ситец. С одной стороны у него прозрачное окошко, через которое мы видим яркие спицы, замочек с трех сторон, а внутри два отделения. Вернее, по центру находится плотная подложка, на которой закреплены спицы, а в другом отделении есть прозрачный кармашек на замочке. В нем можно будет складывать различные мелочи. Сейчас там находятся съемные лески, аксессуары и инструкция по применению. Рассмотрим это все чуть позже, а пока вернемся к самим спицам. В набор входят 8 пар спиц разных размеров. 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 и 8. Давайте поближе рассмотрим одни из них. Качество просто потрясающее. Спицы очень гладкие. Надпись сделана лазером, поэтому почти не чувствуется на ощупь. Вся поверхность спиц ровная, ничего не цепляется. И даже место перехода к наконечникам незаметно. Спицы достаточно тонкие и легкие, так как сделаны из алюминия. Внутри они полые, о чем говорит их вес. Смотрите, самая тонкая спица весит меньше 3 граммов, а самая толстая чуть больше 12 грамм. Об оттенках стоит сказать отдельно. Они такие красивые, яркие, с металлическим блеском. Уверена, не только мне они поднимают настроение. Теперь давайте посмотрим, что еще входит в набор. Первая позиция – съемные тросики разной длины. Здесь указано, что в комплектации есть зеленая леска 60 см, оранжевых по 80 см – 2 штуки, так как эта длина самая ходовая, и красная леска длиной 100 см. Давайте промерим длину. Зеленая леска ровно 40 см. Но с учетом длины спиц, которая равна 11,5 см, длина собранной конструкции получится примерно 60. Также и с другими лесками. Длина указана с учетом спиц. Также в набор входят 8 заглушек, 4 ключа и один комплект кабельных переходников. Все аксессуары разложены по пакетикам. Всего их 5 комплектов. 4 комплекта одинаковые. В них входит специальный ключик и 2 пластиковые черные заглушки. А в 5-м пакете находятся 2 коннектора или переходника для соединения. С их помощью мы легко сможем соединить лески между собой и тем самым удлинить их до необходимого размера, если предстоит какой-то крупный проект. Вот такая заглушка накручивается на леску.
и с помощью ключа затягивается, чтобы надежно зафиксировать соединение. Также ключик используется при снятии заглушки. Сами спицы тоже накручиваются на леску. В итоге получается идеальное ровное соединение, которое совершенно незаметно на ощупь. При соединении спиц с леской также будем использовать ключ, чтобы подтянуть крепление, а затем его ослабить и раскрутить. Это очень удобно, когда для вязания одного изделия нужны разные спицы. Например, вы вяжете свитер регланом сверху. И удобнее начинать вязание горловины на коротких спицах. В процессе вязания петельки будут добавляться, и благодаря этому набору будет удобно сменить леску на более длинную. А когда вы дойдете до рукавов, можно будет переснять петли на дополнительные лески, поставить на них заглушки и оставить в покое до какого-то момента, а вязание тушки продолжить. Затем снять заглушки, прикрутить спицы и довязать рукава. Также такой набор будет полезен в том случае, если вы вяжете очень туго. Тогда на правую сторону можно поставить спицу на пол размера больше, а на левой стороне будет более тонкая спица, и вязать с нее петли вам будет удобнее. Еще один пример. Иногда хочется добиться идеально ровного полотна, а плотность вязания в лицевых и изнаночных рядах отличается. Тогда можно менять спицы на пол размера, и плотность будет одинаковой. На этом мой обзор заканчивается. Такой привлекательный набор спиц в стильном боксе просто создан, чтобы стать идеальным подарком для вас, ну или для ваших увлеченных вязанием близких. Он прекрасно подойдет как для начинающих вязальщиц, так и для профи вязального дела. Переходите по ссылке в магазин и заказывайте для себя любимое то, о чем вы так давно мечтали. Приятных вам покупок и ровных петелек, которые теперь будут получаться сами собой любимыми спицами. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!